Я прошла регистрацию за 4 часа до вылета и вышла в зону посадки. Там были сенсорные кулеры, много кафешек и чик-фил-эй, самые популярные в Америке фастфуд. Я посидела напротив панорамных окон. Мне безумно хотелось спать, так как в пути я была уже больше суток. Я прогулялась по магазинам и, наконец, нас посадили в самолет. Перелет из Хьюстона до Литл Рока занял меньше часа, и самолет был настолько маленьким, что больше напоминал автобус. В общей сложности мой путь от Москвы до Литл Рока занял примерно 40 часов. Несмотря на то, что я сильно устала, я рада, что все перелеты перенесла достаточно хорошо. Это был невероятный опыт, и я была очень счастлива. А на выходе мне попалась реклама нашего университета. Меня встретила моя русская знакомая. Подписывайтесь, ведь дальше я буду рассказывать об учебе в Америке.